Фуф, пацаны, это была просто какая-то жесть. Больше никогда в этом доме ужасном с этим клоуном прятки мы не будем проводить. Это жесть какая-то была, мне кажется. А ты когда записал это? Записано. Только вот там нужен еще второй раунд. Мы второй раунд еще не записали. На второй раунд я точно не вернусь. Да в смысле? А сколько там по времени вышло? Так, по времени, так сейчас найдут видос клоун. Так, это первый раунд. Так, это приветствие, так, это... А вот, 5-6... Да, 5-6 минут вышло, короче. Это как раз целый раунд, так что оставляй так. Думаешь, оставить так? Ну, в принципе... Ну, блин, ну вообще, да, там непредвиденная ситуация как раз-таки была. Клоун на нас напал. Блин, капец, ну, просто. Это можно засчитать как второй раунд. Да, в принципе, хорошо. Оставлю, надеюсь, там подписчики еще поддержат лайкосиком своим. Вот, ну это, блин, просто жесть, пацаны. Клоун выбежал. Такой страшный был. Да-да-да, ну слава богу, что мы вообще спаслись от него каким-то, блин, макаром. Так, ну мы уже, кстати, подъезжаем к городу. О, да-да-да-да. Останови, заправки я хочу есть. Какой заправки? О, боже мой, ладно, хорошо, давай остановимся и как раз таки еще поприветствуемся с подписчиками. Давай, выходим, пацаны. Дорогие друзья, с вами как обычно Паша Влейзин, Леха Джел, Антон Давликс. И сегодня мы играем в группу на знанием GTA 5 онлайн, у нас экстренное включение. Всем здорово, чуваки. Ребята, сегодня 22 апреля, и мы записываем для вас новые экстремальные прятки в заброшенном доме клоуна. Мы сняли один раунд, сняли приветствие, уже готовы были снимать второй раунд, как вдруг в тумане появляется силуэт жуткого клоуна, и мы быстрее побежали прятаться в его же дом. Было очень страшно, но мы смогли спрятаться и уехать отсюда. О, боже мой, ребята, кто не видел эти прятки, советую вам их посмотреть по подсказке сверху. Это были реально самые опасные прятки. И сейчас мы с пацанами едем домой. Пацаны, посмотри, что быстрее. Что там? Ты там свои сладости, там это все набрачаешь. Что там? Что там нашел? Конфеты! О, это что такое? Подожди, это нифига не конфеты, это игрушка Соника. Нифига она... Прикольная. Прикольная, реально, она детализированная у нее. А может, мы ее заберем домой? Ну, зачем домой? Зачем она вообще нужна? Ну, она что? Круто впишется в интерьер, вообще она классная. Ты думаешь? Ну, блин, короче, ладно, забирай там своего Соника. Соника, чипсы, что там хотел. Мы как раз-таки уже опаздываем домой. Давай быстрее там, блин. Let's мы go. Уже давно были, должны были уже быть дома. Так, давай быстрее. Садись, все. Отправляемся, пацаны, домой. Так, да, как раз нужно убраться дома там. Убраться дома? Ты убираться будешь? Ничего себе. Да. А зачем? Надо прибраться. А, прибраться? Ну ладно, там прибирайся. Тебя тогда как это, домой или ты сам доберешься? Или что там? Домой. А, домой, ну ладно, хорошо. Так, Алёха, а ты еще будешь делать сегодня? Я, наверное, ролики буду монтировать. Ролики? Убираться я точно не буду, о, да. Понятно. Тем более, понятно. Надо еще Ламборгини починить в мастерскую свозить. А что с ней такое? А чё, я на внедорожник катался, у меня там что-то отвалилось точно. Либо колесо, либо не колесо, не знаю. Я понял. Ну ладно, удачи тебе. А ты что делать будешь? А я, ну блин, я даже не знаю. Но у меня вроде как ролики все есть. Хотя некоторые вроде не смонтированы. Но я, наверное... Вот, точно, у нас же как раз-таки дома нету еды. Я поеду в магазин там в гетто-районе, да? Возьму еды там, наберу как раз-таки. И вот у нас даже воды еще нет. Ну, продукты, наверное, так, знаешь, по мелочи закуплю. И конфеты вот так накупи. Да, конечно. Куплю, пацаны. Ну, ладно, все, мы уже подъезжаем как раз-таки домой. И, пацаны, ну, это была реально очень жесткая серия по экстремальным пряткам. Ну, пацаны, давайте тогда удачи. Я поеду в магазин там, это, короче, вы там убирайтесь, там, чините ваши Ламборгини, а я поехал по своим делам. Так, вроде все самое необходимое я закупил, так теперь можно... Это что за фигня? Это кто там такой? Ты что, ушлепок? Ушел от моего гелика! Ушел от моего гелика! Пошел нафиг! Так, ушлепок, блин, ты что там делал? Так, друзья, вы это видели? Офигевшая морда! Взял там мой гелик, блин, хотел своровать. Так, ну, так, вроде все нормально. Так, ключи, да, все подходит. Офигеть, ребят, вы это видели? Хотел украсть мой гелик. Жесть, ребята. Так, ладно, в принципе... А, уже время. Так, ребята, уже 4 часа. Надо как раз-таки отправляться домой. Там у меня еще ролик вроде не смонтирован. И продукты еще надо пацанам завести. Ой, так, это что за уведомление мне пришло на телефон? А, от Инстаграма. Кстати, ребята, не забывайте подписываться на мой Инстаграм по ссылочке в описании. Ведь именно там я общаюсь с многими своими подписчиками. Так что давайте подписывайтесь. Так, а что за сообщение-то пришло? О, как раз-таки от подписчика. Так, Ваня зовут. Так, привет, Флейзин. Можно стать ли твоим другом? Я все время ставлю лайк под видео и подписан на твой канал с колокольчиком. Другом стать? Да
Конечно можно, господи, что за вопрос? Да и вообще, все, кто подписан на мой канал и все, кто ставит лайки под видео, сразу же становятся моими друзьями. Блин, то, конечно, всех я не знаю по именам. Так, а че... А, точно! Ребята, вот вы сейчас смотрите это видео и, возможно, хотели бы, чтобы я стал вашим другом. Прикиньте, Паша Флейзин ваш друг. Но для этого нам надо познакомиться. О, ребят, я кое-что, кажись, придумал. Смотрите, сейчас же в комментариях вы все должны написать свое имя. И когда я буду читать ваши комментарии и лайкать их, я буду с вами знакомиться. И давайте на примере я начну самым первым наше знакомство. Привет, меня зовут Паша Флейзин, и я хотел бы стать твоим другом. Вот видишь, это очень легко, и после этого ты должен написать в комментариях свое имя, чтобы мы с тобой познакомились и стали друзьями. И, кстати, давай сразу сделаем друг другу приятное. Ты поставишь лайк как друг, ну, мне как бы лайк поставишь, да, а я буду дальше снимать для тебя крутые видео. И, друг, давай, сейчас же ставь лайк, подписывайся, но я уже поехал домой. Да вы чё прикалываетесь? Чё за пробки-то у нас? Ё-моё, так ладно, я на гелике. Я, в принципе, это всё, надеюсь, объеду. Ну куда ты прёшь-то автобус-то? О, боже мой, ребят, ну вот, это просто капец. Быть ютубером, блин, ещё на гелике-то. Само же тут ещё Варя. Короче, ребята, давайте вот так вот по-нашему, по старинке. Мы возьмём, проедем аккуратненько. Всё. Ух, наконец-таки, ребят, все, мы уже подъезжаем домой. Это просто капец, ребята, сколько надо, да, господи, да дайте мне хотя бы домой-то проехать. Фу, господи, элегантно, ребята, я беру, припарковываю сюда свою машину и, ребята, выхожу. Это кто, блин, сзади? Это, стоп, это кто вообще, а? Молодой, а, блин, это Соник, мы же его, ребятки, купили, блин, в магазине, хотя он что-то... Так, блин, какой-то, блин, странный, он был меньше вроде как. Ладно, короче, пофиг, Антон его потом заберет. Все, ребята, быстрее идем домой, то мало ли что. Мы сейчас еще не успеем смонтировать ролик, а вы любите мои ролики, ребята. И я каждый день для вас их снимаю, так что, пожалуйста, поставьте лайк. А я побежал наверх. Так, ребята, мы наверху. Это что сейчас такое было? Я что-то не понял, а? Кто забежал в дом, пацаны, это вы? Эй, Леха, Антон. Так, ребята, они ж по делам, блин, своим поехали. Так, а стоп, а кто дверь-то это открыл-закрыл, я чуть не понял. Так, или мне показалось. Ладно, короче, наверное, показалось, друзья. Так, значит, блин, я что-то, ребята, уже проголодался. Так, ну-ка, может, бананчик? Не, банан я не хочу, ребята. А вот, или же бутер сделать? Так, ребятки, так, тут, блин, тут ничего. Да, давайте, короче, бутер делаем. Так, берем ножик. Что за фигня? Так, я что-то не понял, пробки выбил или что? Так, ребят, давайте быстренько возьмем фонарик. Так, все, фонарик взяли. Так, ну-ка, эй! Так, ребят, слушайте, это точно тут это? Леха, Антон, вы тут что ли? Так, ребятки, ну-ка, блин, что, реально ничего не работает? Так, ну-ка, блин, компьютер. Так, компьютер не запускается, я понял. Так, да, друзья, у нас вырубило свет. Так, стоп, а как я ролик-то буду монтировать? Вы что, издеваетесь? Так, ну-ка, стойте, может, ну реально, может, просто что-то со светом... Нет, блин, ребят, все, электричество вырубило. Капец, ребята, и что делать? И что делать-то? Так, ну-ка, ребятки, блин, ну-ка, может, кто-то все же такую шутку делает? Так, ну-ка, у меня в комнате никого нету. Так, ладно, ну-ка, может, тут кто-то так... Эй! Так, ну тут... Что? Что за фигня? Ты что тут забыл? Блин, кто-то игрушку тут оставил. Так, скорее всего, ребятки, это Антон. Эй! Ушлепок! Ты не... Блин, мы опаздываем на съемки. Да а он спит, как всегда, я отвечаю. В гардеробе его нету, а одежда есть. Вот она висит его. Он дома был, точно говорю. Так, блин, я проверил. Где он? В ванной его тоже нету. Смотри, нет, опять эта игрушка только стоит, только. Нифига, она изменилась, смотри. Мой Соник. О, чё это? Реально, твой Соник. Пацаны! Пацаны! Он разговаривает! Бегать его! Вон, это не он! Это Соник какой-то хреновый! Догоняй его! Стреляй, стреляй, стреляй! Не надо, не стреляйте! Соник! Быстрее, мочи его! Нет! Подождите! Все, ребят, вон! Нет, пацаны, не стреляйте, не стреляйте! Что со мной стало? Что со мной стало? Ребят, почему я стал Соником? О, боже, даже нет, каким я Соником стал? Это вообще никакой не Соник. Это Соник Экзе, ребята, это Соник Экзе. Господи, это капец полный, это капец полный. И что мне делать? Так, надо, ребят, бежать. Надо, ребята, как можно быстрее бежать. Ва! Что? Тачка Антона! Блин, блинский! Что я сделал? Что я сделал? Как я вообще это сделал? Вы что, издеваетесь? Так, ребятки, это просто капец. Так, тачка Антона, давай, блин, иди сюда. Так, я тебе помогу. Ай!
Ёшкин, матрёшкин. Все, ребята, бежим быстрее, вай! Что? Офигеть, офигеть, люди! Люди, вай! Офигеть, какая скорость! Чё, как я за карту вылетел? Вы чё? Так, ребята, давайте ещё поднимемся. Так я не понимаю, чё за бред? Чё за нафиг бред какой-то? Так, подождите, я что, стал Соником настоящим? Я превратился прямо в него? Так, ребята, это капец. И что делать? Так, ребята, давайте быстрее убегаем за город. Убегаем за город, чтобы никому не навредить. Ребята, это просто капец. Вау, какая скорость. Офигеть, вот это прыжок. Господи, ребята, это капец. Реально, поставьте лайк данной серии. Слушайте, блин, офигеть. Быть Соником, это реально очень круто, когда ты такой быстрый, но ты уничтожаешь все вокруг. Вай! Офигеть, ребята, вот это я высоко прыгаю. Так, надо, ребят, как превратиться обратно? Чё вообще стало? Он до меня дотронулся или что? Почему я стал им? Ух, ребят, так, ладно, давайте искать помощь, я не знаю еще, что делать. Ай! Нет, ребята, за мной гонится полиция! Пошли на них, блин! Чё, вы меня трогаете? Вау! Что? Как? Чего? Как я это делал? Чё? Ребята, вы это видите? У меня волны какие-то, блин! Чё за фигня? О, здорово, полиция, здорово! О. Чё, как? Я замедлил их! Ребят, да ладно. Здорово, полицейский! Ребят, то есть я и могу их обсмотреть, посмотреть на них, блин. О, здорово, полицейский, вы чё тут бегаете? Я вообще тут перед тобой, а уже сзади. Вот так, бам! О, здорово, чё ты, боишься меня? Опа, а вот я оружие у него взял! Ребят, видите, я взял у него просто его же оружие. Ну чё, чувак, ты, ой, безоружный. О, тихо, откуда у тебя ещё оружие? Так, давай, иди сюда, оружие моё, опа, ха-ха-ха! Слушай, чувак, мне кажется, тебе всё, тебе конец. Бам! На нафиг просто, ребята, блин, быть Соником, это реально очень круто, ты очень быстрый! Офигеть, о, я еще летать умею, да вы! Ребят, это просто, что за Соник? Реально, друзья, хоть он и монстр, но все же, ребята, это очень круто! Вау! Ой, я, наверное, базу, мне кажется, прилетел. А давайте, ребята, сравним Соника против военных! Реально, кто мощнее? У них же танки есть! Здорово, вау! Ребята, я уничтожаю каждого военного. На тебе! Пошли нафиг, ребята. У меня то ли волны, то ли еще что-то. Смотрите, я с машиной обычно вот так уничтожаю его. Бам-бам-бам. Офигеть, и самолет, и вертолет. Вау, очуметь. Ой, так, стоп, чего? А что это за способности? Я что-то не понял. Так, ребят, подождите, у Соника есть какие-то способности еще? Это не все, то есть кроме волн он еще что-то делает. Ребята, а вот это реально лайк. Так, ну-ка, военный, что вы боитесь меня? О, танк, здорово, танк. Что ты мне делаешь, танчик? Бам! На тебе! Ты что стреляешь? Так, ребят, давайте выберем какую-то способность. О, торнадо, это что? Вау! Офигеть, вы что? Я торнадо стал! Чего? Офигеть, танки! Ребята, я танки уничтожил. Вы это понимаете? Так, что у нас еще есть тут? Офигеть, ребятки, вы понимаете? Это просто полная жесть. Вау! Торнадо, я самолет, ребят, поднимаю. Вы когда-нибудь это видели? Реально, ребят, поставьте лайк этой серии. Это реально очень круто. Так, ну-ка, что у меня еще есть? Так, тут у меня... Это что такое? Так, ребят, что-то непонятно. Так, бам! О, электрические заряды. Очуметь, ребята, вот это же... Здорово, бам! Пошел, на тебе! Вот так, бам! Ребята, я только могу уничтожать всех. Это просто... Здорово! Бам! Вот так, бам! Просто, ребята, всех уничтожаю электричеством. Ну-ка, танк, давайте брать танк. Бам! О, я танк сейчас взорву, чего? Давай, вот так, бам! Нате, еще раз, ребята, вот так, бам! Ребята, вообще замедленно. Опа, черт, танчик, да, ничего не можешь делать. А я вот тут, бам! И, ребята, уже, ребята, я вот так беру, перехожу вот так вот и бам! Просто, ребят, блин, так круто. Так, ну-ка, что у нас еще есть? Так, тут у нас есть какие-то такие штучки. Это что такое? О, что? Вы видите? Офигеть, сколько ударов? Ребятки, вы это видите, сколько ударов я наношу за раз? Офигеть, это, блин, миллион, наверное, ударов. Жесть, это что такое? Ну-ка, на машине я могу такое делать. Бам! Зато, я сквозь машину могу проходить. Вот это круто, друзья, вот это реально круто. Так, что мы еще... Так, это что такое? Это что-то интересное. Что-то... Вау! А, торнадо, я понял. Торнадо! Вот, ребят, торнадо, это, наверное, самое жесткое. Видите, как мы жестко разгоняемся и поднимаем, и создаем реальное торнадо вокруг себя. Так, ну-ка, против танков. Так, это что такое? Это что такое? Здорово, пацаны, что вы? Так, бам! Ой! Ой-ой, а что я делал? Я кому-то, наверное, шею сломал, да? А, стоп! Ребята, ну-ка! То есть мы можем... Смотрите, двух человек сразу так берем, подходим к нему, так, бам! И вот так вот... Бам! И смотрите, три человека падают одновременно. Опа! Та! Мы их обезвредили, ребята. Они нам даже ничего не смогли сделать. Здорово, пацаны. Ой!
Я у вас тачку стегнул, давайте, удачи. Ну хотя не, я быстрее, пацаны. Опа, все, бам, бам. Опа, все, обезвредил. Блин, друзья, быть Соником. Так, кто это был, кто это был, давай. Давай, Танчик, ты где? Танчик, ты, о, я сквозь здание могу проходить. Очуметь, ребята, вот это реально круто. Вот это, смотрите, я просто сквозь здание сейчас пройду. А, нет, не могу, а что за бред, а как это работает, непонятно, так, ладно. Ну-ка, берем, разгоняемся и... Ай, не, ребят, сквозь здание я еще... А, вот и танчик, здорово, танчик, бам! Офигеть, ребята, я уничтожаю танки направо и налево. Так, а это что такое? Ну-ка, танчик, давай, бам, уничтожайся. О, я еще кого-то вытаскиваю. Ай, блин, вау! Нифига себе, ребята, это просто жесть. Так, ладно, ребятки, давайте еще что-нибудь поделаем. И надо отсюда валить. Так, это что такое? Это... А, что такое? Я чуть не понял. Так, ой, что? Так, подождите, ребята, это как понимать? Так, время замедлилось и... Опа! А, я у него оружие забрал. Все, бам! Ха-ха, полетели! Офигеть, ребята, это реально очень круто. Так, ну-ка, давайте его так, бам! О, ребята, супер удары, смотрите! Бам! Полетел! Полетел! Слушайте, это реально круто. Но мне кажется, то, что вот эти вот руки-базуки, да, вот это уничтожение, они реально самые крутые. Мы просто уничтожим танками. Давай, вот так, бам! Танчик отлетает просто, ребят. Мы супер быстрые и супер крутые. Быдыщ! На тебе, танк, уничтожайте, уничтожайте. Быдыщ! Ха-ха! Все, ребята, теперь валим, а то мало что нас сейчас еще убьют. Это не надо такое делать. Все, ребята, быстрее валим! Фух, блин, ребята, быть Соником — это просто так классно. Ты быстро бегаешь, высоко прыгаешь. Блин, это просто жесть какая. Ты сам бог, блин, ребята, дай! Вставай, Паша, давай. Ой, давай, что? Что ты? Капец, ты куда едешь? Ну ты меня напугал. О, сегодня. Я стал нормальным! Я стал нормальным! Да, нормальным! Офигеть. А как ты стал-то ненормальным вот этим синим преступником? Синим, о, боже. Да я не помню, блин, я вообще там до этой игрушки, которую мы купили, блин, в магазине, это Антон еще, блин, сказал. Я дотронулся до нее и стою просто, вы там меня искали, что-то слышу там, и потом вы вообще на меня чуть-чуть убили. А вообще думаешь, что это не ты? Я думал, это какая-то роботизированная фигня, когда я к нам забежала. Да я просто, блин, в шоке был. Я там против военных еще сражался. Ой, ё-моё. Поехали. Тебя надо подлечить. Поехали, реально. Да-да-да-да. Фух, ну это просто капец какой-то был. Был еще какой-то момент, потому что я взял, закрутился как вихрь и поднял целый танк. Да, нифига себе. Я просто офигел. Это такая... А сейчас-то как себя чувствуешь? Сейчас? Нормально? Ничего не болит? Ну, слушай, я теперь уже не этот синий Соник, блин, не синий человек. Но уж после того, как ты меня еще сбил, блин, ну как-то кости побаливаю, знаешь, вот так. Нормально, не особо. Съездишь потом. Короче, там Антон дождался, погнали, наверное, уже. Антон, а что, стоп, а мы что-то должны записывать? Так мы тебя сколько времени ждать, тебя не было вообще, капец. Блин, точно, ну да, я там, блин, быстро бегал, это просто капец какая-то, а не скорость была. Так, ну, и вот, гелик еще мы... Стоп, это что? Да, Антон, кто это? Это нет, стой! Быстрый, у тебя угоняет его. У шлепок, стой, шлепок. Так, пистолет, ай! За машиной? Капец, все, быстрее, побежали, это... Капец, слушай, все, он уехал на гелике. У тебя угнали новую тачку. О, боже мой, капец, мой новый гелик, друзья. Все, жесть, просто история заканчивается на том, что... Мы не успеем, он уехал. Да, это жесть, ребята, просто серия заканчивается на том, что у меня угоняет мою новую тачку. Это просто жесть. Ну, тогда нам ничего остается, как только поехать в полицейский участок и попрощаться с вами, ребята. На этом видео заканчивается. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, на канал Лехи. Ссылка на него в описании. Всем пока, народ! Всем пока, чуваки!